виноградную косточку в теплую землю сорою. Глазу поцелуй спелой грозди сорву. Созову на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле ты вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Склоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной? О том, где душа и где тело, и когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять проплывут предо мной наяву. Белый буйвол и синий орел. Увидел два момента, Володь, которые уже являются ответом, на этот вопрос, да, о сочленении вот этой русской культуры и еврейской культуры. Второй куплет ты можешь сейчас напеть? Второй, начало второго куплета. Конечно. Давай, вот сейчас, сейчас я получится. В темно-красном своем будет петь для меня моя дар. Черно-белом своем я склоню перед нею голову и заслушаюсь я, и умру от любви, нет, не печали. Это не этот куплет взял. А иначе зачем на земле ты вечной? У тебя, Валенька, в последнем окончании куплета у тебя чистая еврейская интонация появилась. А иначе зачем на земле этой вечной земли? Я профорсировал специально, но и прозвучало. А иначе зачем? Вот такое один. Знаешь? Да. Друзей созову, на любовь свое сердце настрою. У тебя было, ты про... И друзей созову. И старое время жил. А иначе... Да. Вот, вот. Но это красиво. Живу. Очень хорошо. Нет, ну действительно, иначе...